Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США стратегически отступают с Ближнего Востока. Известный армянский эксперт, доктор политических наук Веге Давтян в своем телеграм-канале сообщил о том, что действующее армянское руководство должно сделать правильный выбор при выработке стратегического внешнеполитического курса. Выбор этот должен учитывать быстрые изменения геополитического ландшафта, которые происходят на Ближнем Востоке. Армянский эксперт обратил внимание на то, что США теряют влияние в ключевом регионе планеты, уступая в нем давлению, оказываемому странами БРИКС во главе с Китаем и Россией. Об этом свидетельствует недавнее решение Саудовской Аравии не продлевать тайный пакт США, предусматривающий обязательство саудитов продавать свою нефть исключительно за доллары в обмен на американскую военную поддержку. Указанное решение саудитов говорит о том, что американская военная помощь им больше не нужна, поскольку гарантии безопасности королевская семья ранее получила от Москвы и Пекина. На этой неделе стало известно о том, что государство Бахрейн, по примеру Саудовской Аравии, готово восстановить дипломатические отношения с Ираном, которые были разорваны благодаря усилиям американской администрации в 2016 году в рамках курса Белого дома по созданию на Ближнем Востоке управляемого хаоса. США важно поддерживать международную нестабильность на Ближнем Востоке и постоянно стравливать страны региона друг с другом для обоснования необходимости получения самыми богатыми странами региона американской военной помощи. В этой связи новость, пришедшая из Бахрейна, примечательна тем, что в водах этой островной арабской монархии дислоцируется 5-й флот военно-морских сил США, что позволяло Пентагону ранее контролировать ключевые ближневосточные проливы. Нормализация отношений Бахрейна, Саудовской Аравии и Ираном придет к тому, что эти страны вскоре потребуют от Белого дома вывести американские войска из указанных стран. Это нанесет катастрофический урон по американскому доминированию в регионе и во всем мире. По этой причине, к слову, США вынуждены поддерживать Израиль, который остается единственным очагом напряженности на Ближнем Востоке. Когда он угаснет, американских военных начнут активно прогонять. Армянскому руководству важно помнить, что Южный Кавказ и Ближний Восток являются органически связанными регионами, и потому Пашиняну крайне важно сделать ставку на правильную лошадь в забеге социально-экономическому благополучию и политической стабильности.